состоялось расширенное заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском университете и Межвузовского координационного совета Республики Татарстан. Все подробности далее. Экспертами на заседании выступили президент некоммерческого партнерства Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства Марат Баширов, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева и директор агентства массовой коммуникации «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. Повесткой дня стало самочувствие населения республики. По результатам опроса жителей Татарстана наиболее всего волнуют низкие зарплаты и пенсии, высокие цены, безработица, очереди в поликлинике, тарифы ЖКХ и общественный транспорт. Однако в целом почти 64% опрошенных удовлетворены состоянием дел. И, конечно, в основном мы соответствуем трендам федеральным, общефедеральным, с той лишь поправкой, что у нас всегда чуть выше там, оптимизм, чуть выше удовлетворенность, да, чуть выше результаты работы местных властей люди оценивают при, в общем-то, тех же трендах и с точки зрения роста, и с точки зрения падения. Также обсудили и предстоящие выборы в Государственную Думу, отношение населения к лидирующим партиям страны. Было отмечено, что конкуренцию традиционным партийным проектам составляют теперь различные движения, фонды и некоммерческие организации. Тот же проектный принцип ставят во главу угла, так, но при этом не претендуют на политическую власть и, соответственно, будут себя презентовать как человека, который не просит у избирателя квартиру, депутатскую неприкосновенность, зарплату, там, автомобиль с мигалкой, да, но будет также решать вопрос, связанный там, с экологией, с дорожным строительством и прочее, прочее. Вот это надо учитывать. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз.